руки через круг и встают перед собой. Ладони смотрят вниз. Мы делаем прыжок и переходим в такое положение, что у нас колени будут немного согнуты. Далее нас направляем правую сторону, и левое плечо у нас поднимается наверх, правое опускается одновременно вниз. Руки все еще вот в таком положении. Мы отставили ногу, затем мы встаем, некоторые из ребят встают полностью на носки, кто-то просто выпрямляет обе ноги. И в этот момент мы сделали пам, мы опустили это плечо и выросли с двумя плечами наверх. Еще раз, прыгнули, 8, 1, 2, 3. На счет 4 у нас сгибаются обе ноги. Одна смотрит, левое колено смотрит прямо, правое колено будет смотреть в сторону. Здесь руки у нас приходят вот в такое положение, то есть они разворачиваются друг на друга, и ладони смотрят в пол. Мы пришли вот в это положение, и далее у нас идет движение. Пам, пам, пам. Да. Еще раз. У нас правая ладонь заводится наверх, левая вниз. Мы их меняем. И на следующей смене у нас правая рука идет с указательным пальцем к левому плечу, а левая рука идет или на лазу, или убирается за себя. И еще раз мы пришли сюда, сделали ба-ба-ба. Далее правая рука делает кружочек. Да, мы делаем проворот к себе. Пам. Далее, когда мы пришли в это положение, вместе с этим движением, ба-ба-ба, когда у нас руки работают, у нас нога правая немного подвигается, и на последний счет, когда рука уходит к левому плечу, она задвигается назад. Это будет выглядеть так. Ба-ба-ба. Далее мы делаем проворот к себе правой рукой. Голова в это время смотрит немного в правую диагональ. Далее мы меняем ее направление, то есть мы отворачиваем голову, и правая рука делает пам, то есть описывает полукруг. И мы голову уводим в нижнюю левую диагональ. Еще раз мы делаем здесь. Та-да-да. Пам. После этого мы делаем пам-пам. То есть два раза показываем, грубо говоря, себе на шею. Пам-пам. После второго счета у нас рука уходит наверх, то есть мы делаем раз, два, и вместе с этим мы спрыгиваем. То есть раз, два. Спрыгиваем левую ногу, правая нога идет наверх. После этого у нас нога идет в левую диагональ, рука находится в этом же положении. Далее она идет перед собой, рука немного сгибается в локте. И потом она встает возле себя, и рука уходит к лицу. После этого переносим вес на правую ногу и делаем пам. То есть мы подаем немного корпус вперед, точнее в правую сторону, и локоть у нас делает па-бам. Бит, да, правую сторону тугу. И вместе вес будет заключено. Пам. Вернулись. Корпус у нас находится посередине. После этого мы проворачиваем опять палец к себе, от себя. Когда мы проворачиваем палец к себе, мы находимся все еще в этом положении. Проворачиваем себя и корпус уходит назад. Пам. Еще раз. Мы оставили ноги здесь. Мы делаем пам. Провернули к себе. От себя. И после этого у нас ладонь выпрямляется и уходит в сторону. Вместе с этим мы разворачиваем ноги. Вес переносим на левую ногу. Еще раз мы сделали пам. Пам. Вытянули руку, развернулись в левую сторону. Далее у нас работает левая рука, она входит в сторону и подтягивается к лицу. И в это время подтягивается правая нога к себе. И вот в таком положении мы стоим. И на счет 8 у нас будет работать нога. Она сгибается в колени, выводится вперед и ставится вниз. Соединим все эту часть вместе. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 8. Отлично, колено. После этого мы спрыгиваем на две ноги. Па-бам. Первая нога у нас идет влево, затем мы делаем шаг на правую ногу. Еще раз, мы стояли здесь, у нас правая нога была спереди, и мы их подпрыгиваем и ставим ее же вперед. Делаем на нее шаг, затем у нас идет шаг на левую, возвращаем левую назад, и после этого мы разворачиваемся спиной к зрителю. Руки в этот момент. В первый счет мы спрыгнули руки внизу. У ребят руки или находятся на базе, или за спиной, или просто висят.
На второй шаг мы отстреливаем нос, корпус заводится немного назад. Когда левая нога уходит назад, корпус идет вперед. И после этого мы разворачиваемся. И корпус у нас, грубо говоря, он идет через низ наверх. И еще раз. Мы были здесь. Прыгнули. Раз, два, три. Развернулись. Когда мы развернулись, наша голова смотрит в правую сторону. Когда мы развернулись, наша голова смотрит в правую сторону. Затем мы ее поворачиваем в левую сторону. Это будет на счет 5. Далее корпус у нас делает такое движение. Па-ма. Да. И это мы делаем спиной. То есть мы завели плечи назад, вывели грудь вперед и вернули на место. Локти у нас оказываются согнуты. И затем правая рука идет к левой. И вот в эту дырочку, что образовалось между корпусом и рукой, мы ее образовываем и собираем пальчики. То есть мы делаем и пам, па-пам. Затем мы выводим правую ногу в сторону, в правую, и руки у нас растут. Пам. После этого мы кладем руку, правую руку на бедро, на колено. И затем у нас рука делает такое движение. Па-пам. То есть мы делаем раз, два. Поставили ногу, опустили, корпус наклонился в правую сторону. Затем корпус у нас работает. Папа, он меняет направление, да, то есть с правой стороны идет в левую. Сейчас мы делали раз, два, поставили, рука поворачивается, когда мы меняем корпус. И кладется на левое бедро. Еще раз. Мы стояли спиной, вытащили руку, сбросили. Раз, два, три, четыре. После этого у нас внушение. У ребят идет переход, и они ходят с разных ног. Кто-то слева, кто-то справа. Мы делаем 4 шага. Раз, два, три, четыре. Как вы могли заметить, у нас работают руки. То есть мы подносим руку к лицу. И руки постоянно в согнутом положении находятся. То есть она не напрягается. И сейчас мы закончим здесь. Мы делаем пам, 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 пам. Отлично. И после этого мы закончили последний шаг, четвертый. У нас правая нога заводится за левую, ноги будут немного согнуты, и руки через перекрест. Правая идет к голове, левая немного согнутая, ладонь в другую сторону, идет в левую сторону. Еще раз. Мы сделали. Раз, два, три, четыре. Пам. И далее у нас будут работать бедра. Мы выводим бедра вперед, они больше будут в диагонали левую, возвращаем на место. И это движение у нас идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, то есть мы делаем это движение 6 раз. После этого мы руки сбрасываем за себя. Пам, и отставляем левую руку в сторону. И у нас голова смотрит в левую диагональ. После этого у нас будет работать нога. Носочек, пяточка с одной ноги. Носочек, пяточка. И вместе с этим у нас работает голова. То есть мы на каждое перемещение ноги мы наклоняем голову. Раз, два, три, четыре. После этого мы выводим правую ногу вперед и делаем уже новое движение. Пам, пам, пам. И сейчас соединяем этот кусочек вместе. Вот с этого момента мы пришли. 8. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И на последний счет у ребят идет переход. Они делают слайд либо в сторону, либо назад. И у них рука проворачивается и идет к плечу. Опять же, указательный палец. Соединяем все связки вместе. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. 7 и 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два. Соединяем все, скажем, что у нас 80%.